Привет, мои соники! Вы попали на мой канал YouTube «Самый быстрый способ изучения корейского языка». С вами учитель корейского языка Соня. 안녕하세요! Ханкугару бэунын казан парен бангбоб. Ханкугару сэнсэгним Соня В этом видео мы с вами будем проходить окончание, которое выражает одновременности действий. Так что, если вы хотите научиться говорить по-корейски грамотно, красиво, как носить корейского языка, то не переключайте и оставайтесь со мной. Итак, Соники, давайте сначала посмотрим на сегодняшний диалог. Соня Си, а тебе Итак, соники, давайте сразу посмотрим на конструкцию «эмянсо», «бянсо». присоединяется к основе глагола и используется для передачи значения одновременности действий. Вот поэтому на русский часто переводится «депричастием», «делая что-либо». О чем я говорю? Вот, например, у нас есть такие предложения. Соня синин, чумы чаю. Госпожа Соня танцует. Соня синен нуререл Госпожа Соня поет. Сейчас госпожа Соня танцует и одновременно поет. И мы хотим соединить эти два предложения. В этом случае мы используем окончание мянсо, В результате чего мы сделали такое предложение. Соня синен. дуре 해요. 소니기말. 이 접두접법대로 써면 어예. 소냐 씨는 춤을 추면서 노래를 해요. Вот здесь 춤을 추면서. Это с к а з и т е н о е глагола. 춤을 추다. И конструкции м 서 н я ю т с я л е г к о и просто. Посмотрим на другой пример. Есть такие п р е д л о ж е н и я 저는 신문을 읽어요. Я читаю газету Я пью кофе. Uh, я сейчас читаю газету и одновременно пью кофе. И мы хотим соединить эти два предложения. В этом случае мы используем да. В результате чего мы сделали такое одно предложение. Копиры мажаю. Тонин копиры Вот умница. Ловили? А здесь ильгаменсау это сочетание глагола икта читать и конструкции ильгаменсау. Ико и просто. Только соники. когда мы можем прибавлять ильгаменсау, а когда ильгаменсау? Очень просто. Если основа глагола оканчивается на бачим, то есть если основа глагола оканчивается на согласную букву за исключением ⁇ ли ⁇ то мы к основе глагола прибавляем ⁇ мянса ⁇ О чем я говорю? Вот, например, у нас есть словарная форма глагола ⁇ читать ⁇ Икта, икта. Вот, сначала отпросим последний слог ⁇ та ⁇ и у нас осталась основа глагола ⁇ и ⁇ Основа глагола оканчивается да, на бачим". Вот поэтому мы к основе глагола прибавляем -면서. Так что мы сделали -읽으면서. Вот так. Ловили легко и просто. И соники. Если основа глагола оканчивается не на бачим", то есть. Если основа глагола оканчивается на гласную букву. Бу", или на согласную букву ли, то мы к основе глагола прибавляем О чем я говорю? Вот, например, у нас есть такая словарная форма глагола чум чуда или чум чуда танцевать. А сначала отпросим последний слог та, да", и у нас осталась основа глагола чум чу или чум чу. Вот, и основа глагола оканчивается «да», не «наводчим». Вот поэтому мы к ней прибавляем «мянсо». Так что мы сделали «чумчумянсо» или «чумычумянсо». Вот так легко и просто. А, и, Соники, у нас есть такая словарная форма глагола «делать». «Бандырта» – то же самое Отпросим последний слог ТА. Да? И у нас осталась основа глагола МАНДЫЛЬ. И основа глагола оканчивается на согласную букву ЛИ. Вот поэтому мы прибавляем какое окончание? Вот умницы. Мянса". Так что мы сделали? МАНДЫЛЬМЕНСО. МАНДЫЛЬМЕНСО. Вот такой конструкция. Легко и просто только соники. При этом есть важные нюансы этого окончания. А это что? Во-первых, умянсаобянсо употребляется в тех случаях, когда действия, обозначенных в двух частях предложения, выполняются одним и тем же лицом. О чем я говорю? Вот, например, такое предложение, как Цонин Симбунер Антон Синен совсем неверно. Почему? Потому что субъект первого предложения это то, а субъект второго предложения это антонси. Как вы уже заметили, если субъекты первого и второго предложения разные, не используется умензал мянза. -мян Ловили? А тогда посмотрим на верное предложение. 신문을 읽으면서 저는 копиры 마셔요. Вот такое продолжение уже верно. Уловили? А, давайте повторим. Соники мои. Умянса, используется, когда субъект в продолжении был один. То есть, действие должно происходить от одного лица. Уловили? Легко и просто. И соники, когда а, субъекты первого и второго предложения одинаковы, то а, субъект второго предложения отпускается. Лови, легко и просто. А, и во вторых, менсо не добавляется к форме прошедшего или будущего времени. А, если действие происходит в прошедшем или будущем времени, то отразится это только на последнем глаголе. О чем я говорю? Вот, например, у нас есть такие предложения. Соня Синин Чосаю. Госпожа Соня танцевала. Госпожа Соня пела песню. Это Соня Синин. Дурери Хесаю. Uh, здесь Чосаю танцевала. И дуэльех саю пела это уже формы прошедшего времени. Угу. Тогда как можно соединить эти два предложения? Соня синин танцую танцем, танцую. Нет, так нельзя. А нам необходимо говорить Соня синин танцую танцем, танцую. Вот так мянсо а, прибавляется к основе словарной формы глагола. Ловили? Легко и просто. Тогда, Соники, давайте будем упражняться. Тогда, Соники, а как можно говорить «я кушаю и слушаю музыку»? Это по-корейски «вежливо, необычайно, в силе». «ЖОНЫН БАБЫЛЬ МОГЫМЯНСО ИМАКЫЛЬ 저는 밥을 먹으면서 음악을 들어요. 닥메그바림 그리고 이프로스타. 아, так-то, сони к к а к м у сенгверит? Вчера господин Сергей пел песню, 어제 세르게이 씨는 피아노를 치면서 노래를 했어요. 어제 세르게이 씨는

А тогда, Соники, как можно говорить госпожа Таня принимает душ, напивая песню? Это по-корейски. Таня синин. Дурерил хамьонсо. Шауарил хейо. Таня синин. Дурерил хамьонсо. Шауарил хейо. Так мы говорим. Легко и просто. Тогда, Соники, как можно говорить это предложение по-корейски? Младшая сестра

통화하지 마세요. 운전하면서 통화하지 마세요. Так не говорим. Легко и просто. 그때 아, 소닉이 "Как можно говорить? Не р а з г о в 먹으면서 이야기하지 마세요. 먹으면서 이야기하지 마세요. Так г о в о р и просто. Тогда, Соники, как можно говорить это предложение? Госпожа Соня является переводчиком и одновременно преподавателем. Это по-корейски. Соня синин. Сансенним имянсо. Тунг ⁇ саю. Соня Сидин. Так мы говорим. Легко и просто. А тогда, Соники, а я вас прошу, а что вы сейчас делаете?

Госпожа Соня, что обычно делаете утром? Соня Си, а тиме бохею? И я отвечу вот таким образом. А пью кофе и читаю газету. Угу, это по-корейски вежливо не в официальном стиле. или гумянсо. Так мы говорим. Легко и просто. Тогда, Соники, у нас есть такой диалог. А, Марина Си, 요즘 많이 바빠요? Госпожа Марина, последнее в е м я вы заняты? 마리나 씨, 요즘 많이 바빠요? 이 на э т о вопрос госпожа Марина о 네, 정말 바빠요. Я продолжала с о а н и е з 밥을 먹으면서 계속 회의를 했어요. 밥을 먹으면서 계속 회의를 했어요. Так мы говорим. Легко и просто. Тогда Соники я на этом заканчиваю. Так что, если вам понравилось общаться с этой корейской подругой или вам понравилось видео, не забудьте подписаться и поддержать меня лайком. Так что, целую, до манная, аня.